Осторожно, молодые родители. Свердловчанин придумал новый дорожный знак. Он изображает женщину с коляской, переходящую через пешеходный переход. На разработку знака Ивана Морозова подтолкнуло желание сделать жизнь себе и другим людям безопаснее. Знак, считает Морозов, необходим вблизи детских учреждений и поликлиник. Блогер предлагает подключиться к инициативе депутатам и Общероссийскому народному фронту.